Тури-тури-тури-ту. Ну а я продолжаю свою рубрику «Надпись на песте». И сегодня надпись на песте от Веры для Мело. Смотрим надпись. По традиции красивый вид для Мело. Смотрим надпись от Веры для Мело. Большое сердце, а внутри Мело. Та-да-да-дам. Доброе утро, друзья. Анфиг был, конечно, ого-го, блять. Пушистый, беленький, прет до сих пор. В общем, вторые сутки марафона закончились. Силы еще есть. Да, так что скиньте на марку теперь. Давайте марку с вами попробуем. Ну а если серьезно, я у вас, знаете, что хотел спросить? Блять, подождите. Стас, ну ты красавец, Стас. Стас, ты охуенен, Стас. Стас, а ты случайно не знаешь Жданова Серегу и Константина Жаркова? Это чисто вопрос к тебе. Или может ты, Жданов, знаешь Стаса и Константина Жаркова? Или ты, Жарков, знаешь Стаса и Константина? Че? И Стаса. В общем, мы пытаемся подключить симку Джио. Зашли уже в два салона, а Джио это которая с интернетом, из которой можно стримить. Но фишка в том, что ее может подключить только индус. Так что нам нужен индус. Если у вас есть связи какие-нибудь по симкам, чтобы дешево замутить Джио, напишите, пожалуйста, где это сделать и как. Может, вы уже здесь были и все знаете. А еще вопрос у меня есть. Один такой наш подписчик Толстяк, у него там фамилия ВКонтакте, ну, помогает мне, рассказал всякой херни и говорит, что нужны права. А, и Виталий говорил, что, блядь, за права будут мусора, типа, цеплять к Новому году. Так и я вот у вас хотел спросить, а как сделать, чтобы гайцы-то не доебывались? Есть какая-то возможность замутить нормальные права индийские или нету? Вчера попытались почитать в интернете, ничего не нашли. Знаете, сразу столько дел вчера было, блядь. Приборка, чистка, еще что-то. Ну вы поняли, это я про что вам рассказывал сейчас? Что говорю? А, про права. Про права, в общем так. И третий у меня вопрос, знаете какой? Как вы многие знаете, в марте у нас заканчивается виза в конце. Ну, 1 апреля будем считать. Так подскажите, кто-нибудь тоже из умных, у меня есть сига, а это моя, подскажите, кто-нибудь из умных, как остаться в Индии на подольше и чтобы не выезжать. Оверстей не нужен, хочется все по закону. Угу. Индия мне больше и больше нравится, вот здесь и буду пересиживать, пока не стану богатым. Ну, Стас, ну вы поняли, да? Вопрос про визы меня интересует. Существует ли виза, чтобы хотя бы раз в год выезжать, а не раз в полгода? Пока владею информацией, что можно в соседнюю страну выехать, но там дают визу только на 3 месяца, типа повторную. Так что, кто знает, будьте добры, напишите. Искренне ваш Юрий. Ну а теперь, друзья, важная информация для вас. Так как у меня не получается проводить стримы ежедневно, а без стримов мне нечего кушать, есть по-вашему. Ну то есть донатов так гораздо меньше с видосов. Спасибо, конечно, нашим самодостаточным и богатейшим и уважаемым людям на канале. Но я про вас, подписчики мои любимые, кто мне помогает. Так и вот, смотрите, какую я придумал херню. Ведь не каждый такой крутой, как там Жданов, как Стас, как Лёсик, как Хуй с горы, как Андрюшенька,
который Жулинский, но нельзя говорить, что он Жулинский. Не такие все крутые, как Беляев, американец, как Алекс Вот, крутейший тип у нас. Просто жизнь что-то обещал задонатить. Походу, что варкнул Юрца. Так что увидите его в комментариях от хуесости. Lexus, кстати, никому не нужен за 3 ляма. Если вы купите Lexus, мне 100 тысяч доната пришлют. Какой-то там пиздатый, дебрит, хуит. Но это не важно. Я же придумал. Давайте с вами договоримся так. Я у вас больше попрошайничать не буду. Не буду говорить, что я бедный. Ну что у меня все хуево, что есть нечего. Но с вас за это будет. Вот смотрите, вы ролик просмотрели. Будьте добры, 50 рублей мне киньте на какой-нибудь счет, который ссылочки есть внизу. То есть, знаете, типа вы благодарны мне за то, что я вам даю контент ежедневный. Примерно так? Ну да, еще... И еще одна тема. Малая-то знаете, что придумала? Говорит, Юрец, надпись на писте это заебись. Но надо как-то и дальше монетизировать видосы-то, которые выпускаем. Так вот сейчас получается с видоса 1500, ну плюс там донатите. Не, ну с 50 рублями вообще классно, вы не обеднеете. Так и вот малая что придумала-то. Теперь каждый из вас, ты и ты может снять видос на одну минуту, прислать мне 1000 рублей и прислать этот видос, который вы сняли на одну минуту, в WhatsApp. Я ваш видос минутный буду вставлять в свое видео. И тем самым вы можете начать блогерскую карьеру постепенно. Как вам? И ну, еще плюс донатить на тему следующего видео. Ну и еще вон малая придумала, что вы должны, не, вы обязаны. Если вам интересна какая-нибудь тема, Юрка, покажи там аренду дома, мы в январе приезжаем. Съезди и сделай обзор. Если вам что-то интересно, заказной ролик. А сколько там может заказной ролик? Смотря куда ехать и что это. Ну да. Смотря какая тема. Да, кто-нибудь придумайте, сколько будет заказной ролик стоить. Мне кажется, 5 и целый ролик ваш. Тоже прикольно. Чисто по вашим вопросам съемки там все. Но главное, вот, давайте про 50 рублей, что даже теперь челядь может мне помогать. Лучше, да, после каждого видосика по полташечке присылаете, и мне будет пиздато. Буду надеяться, что из 1500 хотя бы 500 нормальных людей есть. Да где 500? Хотя бы 100 человек, которые по полташке будут присылать. И тогда у меня будет все заебись. 30 видосов. Если 100 человек по 50 рублей, 5 тысяч за видос, в месяц 150 тысяч рублей. Вот это самодостаточность. Это меня подпирает, пока сейчас я наговорюсь. Ну все, вроде, да, им сказали? Да, все. И подписывайтесь в мой охуенный инстаграм, ссылочки тоже внизу. Там все в онлайне. Ответы на многие вопросы по Индии. Ну еще всякого много. Ну все. Ну а напоследок давайте я вам расскажу нашу финансовую ситуацию на данный момент, все честно. В кошельке у нас 1500 рупий, долгов у нас осталось 2500 мы должны ребятам, ну вот Гале и Вадику, 5000 мы должны вещему Олегу, вещи Олег, привет, до 22-го я у него брал. Ну, хотя, может, он, знаете, он обычно так сперва даст, а потом говорит, ладно, успокойся, не надо. Будем надеяться. Пару кругов там во вселенную. Так, 5000 Олегу, 2500 ребятам, это 7500. Плюс 6000 мы должны за домик отдать. Что у нас еще 7, долг? 7 мы... плюс косарь еще за газ. А, еще за газ, косарь? За газ, косарь. Ну, это если она наберет его, типа. Нет. А, 7? То есть 7000 надо отдать за дом. Мы же когда въехали, и мы настолько самодостаточные, что мы сразу всю сумму не стали платить, а заплатили 5000 рупий. А то вдруг не понравится, и можно всегда смыться. Но нам понравилось, надо вот просто ей доплатить 7000.
Это уже 7 тысяч до 5, Олег, 12, да плюс 2 500, ребятам, 14 500. Также нам надо заплатить за мопед за следующий месяц, это 4 тысячи. 12 500 до 4, 16 500. И за домик за следующий месяц 11. Блять, короче, нам надо 30 тысяч, ребята, срочно. Угу. Вроде все, больше никому не должны. И мы как бы, знаете, ровненько вот все встанем и можем жить как самодостаточные люди. А пока вот долги есть, знаете, даже спится хуево. Ну, можно спиться вообще просто и все. Так это я к чему, друзья? Не забывайте, 50 рублей всего полташечка. Вам даже сигарет на нее не купить. А так вы получаете контент. Практически дом 2, ёпта. Помогаете выжить. Да, и помогаете выжить инвалиду. Блять, вам вообще фартануло. Угу. Так что давайте, не ленитесь. Я понимаю, что многим просто впадлу из-за полтинника, знаете, там куда-то лезть. Блять, не ленитесь. Да. Я, конечно, мне нравится, когда вы там 1000 присылаете, 500, но не все так могут. А вот кто не может, по полташечке, друзья. Будет вообще заебись. Так что давайте, до новых встреч. Завтра будет видео. Обзор цен на в Гоа. Ну все, до завтра!